Одна из основных тем, освещаемых сегодня в СМИ, стала новость о том, что Виталий Владимирович Кличко предоставил свою декларацию о доходах. В своей декларации он много чего указал. И автомобили, и земельные участки, и дом, даже подарки, призы, выигрыши указал. А вот про зарплату как-то забыл. Казалось бы, что может быть проще? Указать размер своей зарплаты, пойти в бухгалтерию, взять справку и все это написать в декларацию. Но Виталий Владимирович этого не сделал. Все это, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Но дело в том, что, наверное, многие забывают, за предоставление неполной информации действующим антикоррупционным законодательством предусмотрена ответственность. И почему-то про эту ответственность сейчас все молчат.